Италия и Польша торгуют с Крымом вопреки санкциям ЕС. За 9 месяцев этого года внешнеторговый оборот Крыма составил более 320 миллионов долларов США. Об этом сообщил начальник российской таможни Крыма Владимир Авраменко. В частности, он приводит такие цифры. 60% крымского экспорта пришлось на Украину, 17% на Турцию, 11% на Панаму. Также в списке стран, для которых аннексированный Крым является поставщиком товаров, значится Индия и Ливия. ЕС официально продлил санкции против Крыма и Севастополя до июня 2016 года. Ограничения начались с запрета импорта в ЕС крымских товаров без украинских сертификатов.